Приветствую, дорогие зрители! Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал, ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем! Популярному в России исполнителю Филиппу Киркорову в течение 5 ближайших лет нельзя будет не устраивать гастроли в Литве, не приезжать в эту страну по каким-либо личным делам. МВД Литвы приняло решение запретить Филиппу Киркорову приезжать в это прибалтийское государство. Мотивировано это тем, что вокалист якобы публично признал полуостров Крым территорией России. Позиция же западных стран по этому вопросу несколько иная. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло, отметил глава МВД Авни Белатайте. Как сообщает агентство Интерфакс, вопрос о расширении черного списка исполнителей был поднят в Литве после того, как стало известно, что концертным агентствам этой страны были выделены субсидии за несостоявшихся выступлений Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова. Что касается поп-короля, то он сейчас отдыхает в жарком Дубае, куда прибыл после каникул в Майами, и новости о запрете въезжать в Литву пока не комментирует. Всем спасибо за просмотр. Ставим палец вверх.